Вокруг дома номер 19 по улице Блюхера разлилась зеленая степь. Кажется, что ЖЭК давным-давно забыл о существовании этого района, и местным жителям ничего не оставалось, как взять в руки лопаты, цапки и самостоятельно приступить к облагораживанию двора. Вот эта маленькая детская площадка с теплом и любовью буквально с нуля создавалась руками местных жителей. Но, к сожалению, подручных средств недостаточно для того, чтобы создать для детей достойные условия отдыха. Расскажите, что здесь было раньше и что вас сподвигло на такую работу? Здесь раньше была одна степь. Ну вот такая трава росла по колено травы, и было 10 колес. Наши два подъезда решили навести тут генеральную уборку. Мы, молодые мамы, решили создать своим детям детскую площадку, чтобы наши дети детство свое проводили, не ловя бабочек в степи, и не ловя кузнечиков, а чтобы игрались в нормальной детской площадке. Мамы, папы, бабушки, дедушки и даже маленькие дети вырывали траву, убирали камни и выкорчевывали деревья для того, чтобы рядом с их домом появился крохотный островок детства. Из чего создавалась площадка, где добывали материалы? Колеса мы просили на шиномонтажах, привозили люди, у которых есть автомобили, они привозили к нам сюда на детскую площадку, вкапывали мы их своими руками, просили дедушек, пап, они нам помогали. Краску, красить колеса мы покупали за счет наших местных жителей. Не имея возможности купить качели, родители принялись мастерить их своими руками. Песочницу сделали своими руками в течение дня, качелю вчера только поставили, еще не успели покрасить. Закупили материал на лавочке. Однако кирчане не в силах все сделать самостоятельно. Конечно, хотелось бы горку, но дело в том, что мы просто не в состоянии собрать такие средства. Все-таки горка стоит 12 тысяч, это не очень мало. Поэтому хотелось бы, чтобы нашлись люди, которые понимают, что детям хочется создать хорошее детство, чтобы они могли своих деток приводить к нам на район. Проблема детских площадок в этом районе стоит достаточно остро. Ведь только в доме номер 19 живет около 20 детей. Я хочу горку. Я хочу, чтобы на площадке всегда была радость и чтобы дети хорошо на ней проводили время. А ты помогаешь создавать площадку? Да, я помогала красить колеса. Дорогие кирчане и руководство города, не будьте равнодушными, ведь обеспечить нашим чадам счастливое детство – самая главная задача в жизни каждого.